подождать. Как романтично. Отвали. Гляди, из-за такой девушки можно и войну развязать, или хотя бы набег устроить. Да, выглядит она прекрасно. Пойдем. Эй, эй, погоди! Ты хочешь идти в этом? А в чем? Ты видел, как она одета? Я не буду рядом с ней вышагивать в смердящем кафтане. На свадьбу, иначе как в кунтуше, являться не годится. У меня как раз при себе ни одного нет. Ну еще бы! Зато вон там есть. Однако, ты прав. Ну, вот это я понимаю. О, вот этот подойдет. Хорошо сидит, как на меня шили. Еще сапоги. В сапогах надо быть на свадьбе. Ну и еще вот это. Чтоб мне голову снесли, если я когда-нибудь видел девушку прекраснее. Так ведь снесли же, причем давно. Глаза, как у серны, шея лебединая, а стан такой, что одной ладонью объять можно. А ты довольно забавный. Уверяю тебя, когда мы познакомимся поближе, я тебе понравлюсь еще больше. О чем ты говоришь? О таком, чтобы ты смогла ощутить все мои достоинства. И поверь мне, немалые. Ты не мог бы дать мне поговорить с Геральтом? А зачем? Это же я должен развлекаться, а не он. Всего на минутку, и ты сразу в него вернешься. Только поторопись! Не хочу тут до полуночи столбом стоять. Геральт, сейчас я представлю тебя жениху и невесте. Проследи, чтобы твой друг не натворил лишнего. Я над ним не властен. Чувствую себя дураком, когда говорю все эти глупости. Кое-что из этого мне понравилось. Это что же? Ты мог бы быть более раскованным иногда. Раскованным? По-твоему, я зажатый? Я говорю о том, что мне было бы приятно видеть, как ты просто радуешься жизни, а не только без конца решаешь чьи-то проблемы. Ох, я никогда не пойму женщин. Ну, конечно, не поймешь. У тебя же мозгов, как у конского седла. К счастью, у тебя есть я. Потом поговорим. Пойдем на свадьбу, пусть наконец этот дух развлечется. И все, из головы долой. Наконец-то ты сказал что-то умное. Будем веселиться до самого утра. Ты здесь только до полуночи, и не минутой больше. Этого мало. До полуночи я и напиться-то как следует не успею. А ты поспеши. Уговор был развлекать тебя до полуночи. А как пройдет обряд надевания чепца, ты вернешься, откуда пришел. Как скажешь. Куда, моя душенька? Встречай меня, мир. Ну и ну.
Свадебка, как на картинке. Столы накрыты, и выпить есть с кем. Ну а девушки, мечта. Но ни одна из них тебе не ровня. Шани, берегись собаки. В этой будке, должно быть, держат псину размером с коня. Спасибо за заботу, но будка пустая. Неужели спустили такую скотину с цепи? Интересно, что скажут гости на свадьбе? Кажется, мне веселье будет высший сорт. Какая красивая рябина. Когда я была ребенком, делала из нее бусы. А я в щенячьи годы гнал из нее бормотуху вместе с Ольгердом. А теперь я тебя представлю жениху и невесте. Веди себя достойно. Для тебя все, что хочешь, Шани. Пойдем поздороваемся. Я же не отхожу от тебя ни на шаг. Пора поздороваться. Рада, что вы сумели. Веди себя полезно. Еще раз. Всего вам наилучшего. Благодарствуем. Счастья вам и процветания, наши дорогие. Желаем вам здоровья и любви сердечной, чтоб были промеж вас лад и согласие. Спасибо вам. От всей души благодарим. Повеселитесь на нашей свадьбе. Теперь мы. Вот моя подруга Альдона и ее избранник Евнут. Очень приятно. Пусть будет легким да сладким ваш новый жизненный путь. А это мой добрый друг. С давних лет. Геральт из Ривии. Да, это я, Геральт, ведьмак. Благодарю за приглашение. Люблю я свадьбы, люблю невест. Они такие ароматные, что хоть бери их. Вот именно. Я уверена, что сегодняшний праздник выйдет на славу. Скажи мне, Альдона, откуда ты знаешь мою дорогую Шани? Мы вместе учились медицине в Оксенфурте. Это было прекрасное время. К сожалению, для меня оно быстро кончилось. Моя семья не могла оплатить обучение. И через год мне пришлось вернуться домой. Учиться никогда не поздно. Твой муж наверняка не только тебя прокормит, но и поможет закончить учебу. Не знаю. Мы никогда об этом не разговаривали. Евнут, ты ведь женился на Альдоне не просто, чтобы с ней в постели забавляться. Ты поможешь выучиться, правда? Это наше дело. Тебе не стоит вмешиваться. А я не вмешиваюсь, я интересуюсь. Потому что, знаешь, я полюбил твою жену как сестру. Поэтому ты мне вроде как свояк. Поможешь ей? Мы обязательно об этом поговорим. Я так и понял, братан. Сразу видно, ты порядочный мужик. Ну, хорош болтать, время уходит. А ты что, куда ты торопишься? Я? Да ты что, я просто хотел попробовать вашей сивухи, потанцевать с местными барышнями. Среди приглашенных много красивых девушек. Наверняка какая-нибудь тебе понравится. Уж это наверняка. Вдруг и ты кому приглянешься? Было бы приятно, но по правде сказать, это мне уже не так важно. Давайте выпьем! Thank you.